красава вообще. Привет, этот канал Александр Лотос. Сегодня будем на маму сок делать. Что делать? На маму сок? И на маму будешь сок делать? Что ты будешь делать сегодня? На сок. Вечерний макияж. Вечерний макияж. Умничка. С чего мы начнем? Это. Протрем личико, да, маме? Да. Давай. Положи секунду. Давай. Возьми ручку. Угу. Теперь маме личико протирай. Ой. Давай. Чисто? Да. Вот какая она сделает. Теперь мы будем делать маску для лица. Открывай пакетик, тебе помочь? Да. Давай, я тебе помогу. Это маска с витамином С, чтобы кожа вся сияла. Воу. Апельсином пахнет, чувствуешь? Да. Поможешь мне натянуть ее на лицо? Давай, помоги мне. Ну, ты будешь одевай. Давай, одевай. Теперь вот так вот пришлепывай ее. К лицу приклеивай маску. Слышишь? Маску? Ага. Вот так, к лицу. Не так. Она все течет, папа. Не хочу. Ну, надо сделать ее, чтобы вот так вот. Теперь нам надо будет сидеть вот так вот. Это? 10 минут. Это маску. Да, сейчас вот так 10 минут посидим. Угу. Вот так. Это. Что там? Ну, уже 10 минут прошло. Давай снимать? Да. Давай, снимай. Вот такое вот, мама, чудище. Давай, снимай маску. Я... Ты чё? Мама, уже 10 минут уже прошло. Снимай маску. Снимай. Ну, сейчас. Давай быстрее. Это? Нет, вот эту маску убери, пожалуйста. Да. Все, теперь нужно будет протереть вот этим спонжиком меня протрем. Теперь что делаем? Помнишь? Ну? Что? Это? Нет, теперь берем тональный крем. Ну? Тональный крем. И спонжик. Вот он, вот это. Держи. Бери спонжик, маш спонжик и маму теперь маш. Это? Угу. Щечки маме, щечки, носик, лобик. А куда? Еще подбородок можно. Хочешь, я тебя выдолблю? Давай. Да. Или давай я вот сюда сделаю. Да. Бери маш спонжик. Угу, и маму. Так? С этой стороны, да, теперь с этой стороны. А носик? А лобик? Подбородок? Красава? Угу. Отлично. Давай, теперь берем пудру. Где у нас пудра? Вот она, пудра. Бери пудру и кисточку. Кисточку? Угу. Это? Давай. Давай еще бери пудру. Угу. Так вот у нас Алекс осваивает новые технологии. Еще лобик же надо, щечки. Все остальное тоже красит. И? Угу. Это? Угу. Это? Угу. Носик тоже припудри, маме носик. Красивая? Угу. Теперь... А, думку? А, давай, думку. Давай теперь закрываем, кисточку клади. Теперь бери
Румяна. Румяна. Пока мне не видно себя. Давай. Щечки Маши румяные маме. Красивая? А думка это? Красная? Красивая? Да. Давай. Так, теперь самая ответственная работа. Теперь бери кисточку. Это вот, кисточку. Да. И тени. Какими тенями ты меня будешь красить? Каким это... цветом? Какой тебе цвет нравится? Это. Это давай. Глазки надеть. Посерединке. Теперь по краешкам. Это? Теперь другим цветом по краешкам. Это? Ну, какой хочешь, какой тебе это нравится. Это? Угу. А куда? По краешкам. Вот тут по краешкам, вот здесь и вот здесь. А куда еще? А куда еще хочешь? Это. Давай. Красиво? Угу. Еще может как-нибудь? Ну вот смотри, еще много теней, как ты мне хочешь. Это. Это хочешь. Давай. Куда? Куда хочешь? Куда? Алик, глазки куда-нибудь на глазки. Куда это? Теперь хватит, наверное, нет? Не хватит? Да хватит. Хватит. Теперь бровки. Куда? Теперь бери вот эту кисточку. Да. Черные вот эти вот тени. И бровки рисуй. Угу. Да. И бровки маме рисуй. Угу. Сяду, чтобы видеть. Давай. Куда? Бровки, вот здесь, бровки. Нарисовал? Да. Все? Больше да. Не будешь бровки рисовать? Нет. Ну, давай клади кисточку на место. Теперь бери подводку для глаз. Держишь подводку для глаз. Угу. Держишь. И очень-очень аккуратно рисуй маме стрелочки на глазках. Вот так вот черные полосочки вот здесь рисуй. Красиво? Да. Закрывай. Теперь бери тушь. Тушь для ресниц, тушь. Тушь? Тушь. Духни. Нет, не духи, тушь. Тушь для ресниц. Куда? Любую, как ты хочешь. Это? Нет, это карандаш. Тушь. Ага. Это? Хочешь, возьми вот эту, она лучше красит, телескопик. Вот этот. Да. И крась маме реснички. Куда? Ну вот тут вот реснички идут. Смотри, я тебе покажу. Вот так смотри. Вот так смотри. Берешь? И вот так. Так вот красишь реснички. Ага. Давай, поехали. Так? Угу. Красиво? Да. Отлично. Закрывай. Все, теперь нам осталось губы. Угу. Куда? Какую хочешь, смотри, где у нас. А, вот у нас здесь помада есть. И вот здесь помада есть. Какие ты хочешь? Какой тебе нравится больше цвет? Это. Давай. Фу.
теперь куда? Губы. Губки. Губки. Вообще не накрасил. Эту сторону вообще не накрасил. Все? Еще? Да? Красивая? На духами подушнишь? Закрой помаду. Умничка, у меня все на место кладет. Молодец, мой мальчик. Духами какими подушнишь? Этими? А какими? Хар. Давай. Туда? Куда? На шейку. На шейку? Все? Красиво. Давай. Отлично. Теперь волосики сделай. Вот так ручками объем сделай волосики. Нет, нет, нет. Ручками просто вот так волосики сделай. Красивая? Да. Вот так вот. Алекс у нас такой визажист. Сейчас я посмотрю поближе на тебя. Зеркало. Куда это? Ну, красава вообще. Папе так. На свидание с вечерним макияжем, да? Да. Давай. Вот такая вот я получилась. Сейчас я вам поближе покажу. Вот такая вот я получилась красивая. Алекс сделал мне грим. Ну, в принципе, все нормально. Только у него чуть-чуть поехало. Брови почти на месте. Подводка почти на месте. Тени, помада, румяна. Все отлично. Так что можно идти на свидание с папой, да? Ты еще? Ты продолжаешь, да? Что ты делаешь? Ты что, себя хочешь красить? Нет, тебе. Не, мне больше не надо. Ты хочешь еще красить? Да. Потом а что тут еще красить? Подожди, это еще. Ты думаешь, тенями здесь красят? Давай. Ой, мамочки. Ну, это уже не макияж. С таким макияжем макияж. Только в Хэллоуин это людей макияж. Пугать. Ну, давай скажем ребяткам пока-пока. Давай обнимемся. Подожди. Это... Что ты хочешь делать? Это еще. Еще и этими тенями. Ну давай этими и все, и будем пока-пока говорить. Еще colors нету. Ну куда же столько много colors? Это слишком много colors. Она эту щечку забыла. Вот так вот доделываем. Макияж. Алекс, ты уже мне что-то сильно много румян намалевал. Я же тебе не разукрашка. Первый макияж был очень красивый. Подожди. Это еще. Это еще. Это еще. Давай, закрывай. Ну, малышечка, ну, когда слишком много макияжа, тоже некрасиво, знаешь. Прости, шесть. Алекс, ну, слишком много макияжа, совсем некрасиво. Все? Ну, давай, смотри, мои тени уже плачут. Закрывай тени. И скажем ребяткам пока-пока. Что, тебе много? Ну, конечно, много. Смотри, сколько макияжа. Это же... Да это же совсем много макияжа.
тебе сделаю. Давай, я себе сделаю. Давай вместе сделаем. И скажем ребяткам пока-пока, да? Пока-пока. Это все. У нас уже память в карте заканчивается. Давай скажем ребяткам пока-пока. Так. Давай скажем ребяткам пока-пока, а потом еще будем красить. Давай. Угу. Пока-пока. Это всем канал. Это видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Всем пока. Ага. Если вам понравилось это видео и мой макияж, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал Алекс and Allen Brothers. Всем удачи! Удачи! Ребятки, а если вам нравится делать макияж, то попросите мам своих, чтобы они для вас были манекенами. Угу.